Дорогие друзья, привет! Приношу большое извинение за нашу неполадку в лайвстриме, но, к сожалению, техника всегда подводит в нужный момент. Но не важно, мы все равно запишем для вас это видео и надеемся, вы не будете осуждать нас жестоко, но мы улучшаемся и наша техника будет когда-то будет улучшаться, и мы будем в том роде говорить то, что мы улучшаемся, мы стараемся, мы делаем. Ну, тогда дальше по программе. Играет наша первая песня, в которой мы начали наш карьеру. Поднимается медленно в гору, лошадка везущая хворосту воз, и шествуя важно в спокойствии чином, лошадку ведет под узды мужичок, в больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо, уж больно ты грозен, как я погляжу, откуда дровишки из лесу вестимо, отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека, а что у отца-то большой? Семья, семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то отец мой да я. Так вот она что, а как звать тебя, Ласом? А кой тебе годик, шестой миновал? Ну мертвая, крикнул малюточка басом, рванул под узды и быстрее зашагал. Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И шествуя важно в спокойствии чином, лошадку ведет под узды мужичок, в больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. На эту картину так солнце светило, ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было, как будто бы в детский театр попал. Но мальчик был мальчик живой, настоящий, и дровни, и хворост, и беганький конь, и снег до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца холодный огонь. Все настоящее русское было, с клеймом нелюдимой мертвящей зимы, что русской душе так мучительно мило, что русские мысли вселяют в умы. Те честные мысли, которые мне доли, которым мне смерти, в которых так много и злобы, и боли, в которых так много любви. Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И шествуя важно в спокойствии чином, лошадку ведет под узды мужичок, в больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Да, 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 именно с этой песни началась деятельность проекта «Мой The Stars». Это был февраль месяц, на улице шел снег, и благодаря моей первой классной руководительнице я вспомнил этот стишок и решил на него наложить музыку. Спасибо вам, Тамара Федоровна. Честно сказать, я даже никогда не представлял, не имел в представлениях, что именно моя первая классная руководительница поможет мне в этом. Спасибо вам большое. Сам трек был записан и выпущен за 3 дня. И сразу же отвечаю, да, на этот трек планируется запись видеоклипа, но не раньше февраля следующего года. Потому что многого сейчас чего еще нужно сделать, идет оформление и так далее, и так прочее. И мы будем вас по-всякому удивлять, и будет много разных сюрпризов, будет много разного, но ничего. Ну, а перед тем, как поставлю следующую песню, которая была вторым шагом нашего развития Моза Стас, маленькая информация. Эту песню я написал в 2005 году в честь дня рождения моей мамы. И вот именно сегодня у нее день рождения. Мама, мамулечка.
Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья, счастья, добра и очень много долгих-долгих лет жизни. Я тебя люблю, мамуль. Итак, наша следующая песня «Мама, я твой сын». Мамулечка, с днем рождения тебя! Так, ну а теперь дальше, как все знаете, третья песня была «Дети, это мы». Почему я выбрал именно эту песню для дальнейшего развития, я расскажу. Эту песню я исполнял в разных версиях, и как-то мне все было не так. Эти песни и в актуальной версии еще не все 100%. У них еще есть выработок, и мы по-всякому их еще улучшим, и переделаем, и перепишем, и запишем у них видеоклипы. Но для этого нужно спокойное время, так как у нас на данный момент наша ситуация с коронавирусом не очень удается, поэтому мы должны импровизировать.
А это уже другая история, с которой можно отдельно передачу сделать. Что мы и сделаем, но уже только для спонсоров в виде отчета. Но также и вы можете стать спонсором и получать самые первые всю информацию, документацию и так далее. То есть, если на нашем канале вы нажмете на кнопочку спонсора. Ну а теперь к основной теме. А именно эту версию песни «Дети, это мы» я сделал с средним сыном Юликсом, он же Александр II и Саша Мозер. Он решил, какую мелодию мы возьмем, и все, следующая песня была в эфире. Эта песня набрала более 100 тысяч просмотров с даты выхода этой премьеры. Она состоялась 29 мая этого года. А также в соцсетях набирает наши песни хороший оборот, за что выражаем и в моем лице лично большое сердечное спасибо за поддержку, теплые слова и конструктивные советы. И по этому случаю наша актуальная топовая песня «Дети, это мы». Еще раз, друзья, я извиняюсь, так как у нас не получилось на этом часе. Но мы разберемся, и я обещаю, мы ее сделаем. А теперь дети. Дети – это счастье, дети – это радость. Дети – это в жизни свежий ветерок. Их не заработать – это не награда. Их по благодати людям дарит Бог. Дети, как ни странно, так же испытания. Дети, как деревья, сами не растут. Им нужна забота, ласка, понимание. Дети – это время, дети – это труд. Дети – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги. Дети – это опыт, дети – это мы. Дети – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Дети – это опыт, дети – это мы. Дети – это чудо, доброты, послания, лучики восхода, капельки любви. Дети – это каждой девушки желание, даже карьеристки в глубине души. Дети – это ласка, искренность и дружба. Борят понарошку, любят так всерьез. С ними нам лукавить, прятаться не нужно. Детскими глазами видно нас насквозь. Дети – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги. Дети – это опыт, дети – это мы. Дети – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Дети – это опыт, дети – это мы. Дети – это ночью частые вставания. Дети – это соски, колики, кашки. Дети – это споры в вопросах воспитания. Мамины молитвы, папины посты. Дети – это папы, часто нету дома. Дети – это мама, дома целый день. Дети – это часто узкий круг знакомый. Собственные планы двигаются в тень. Дети – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги. Дети – это опыт, дети – это мы. Дети – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Дети – это опыт. Дети, это мы!
Итак, прозвучала песня «Дети», от которой не так далеко отстает наша следующая песня «Летняя ночь», которая вышла проектом Александра Фетмелигера and Alec Twin и набрала уже более 90 тысяч просмотров с даты выпуска 19 июня 2021 года. Выпустив эту песню, в этой версии я посвятил ее лету. Была замечательная погода, душа попросила веселья, и, пожалуйста, вам летняя песенка, а также этой песней мы запустили проект «Мелигрой». Но это я уже расскажу после песни. Должен сказать, солистка и солист песни «Летняя ночь» очень замечательные люди, замечательные музыканты. Но, к сожалению, нам пришлось с ними расстаться, потому что они захотели свободного плавания. И, ну, не вправе мы кого-то держать или задерживать, потому что каждый человек должен для себя выбирать сам свой путь. И поэтому мы не злимся, не обижаемся на них, потому что это их выбор, они так решили, и мы должны с ним смиряться. Но это после следующей песни. Итак, для вас звучит песня «Летняя ночь». Нарисую тебя разноцветными красками лета. Мы с тобой на краю этой ночи вдвоем. Вот бы остановить это время. Почему они так коротки? Но это не моя вина, это не твоя вина. Звезды падали в свете луны, и все это для тебя. Значит, я пропал. Так метко попала прямо в сердце. Попала прямо в сердце. И значит, я пропал. Ветер медленно так пробежит по волнам, обнимая тепло твои плечи. Пряди темных волос синеглазую ночь. Так хочу я запомнить навечно. Почему они так коротки? Но это не моя вина, это не твоя вина. Звезды падали в свете луны, и все это для тебя, все это для ты тебя. Ты все такая, ой-ой-ой-ой, душа прям летит, и сердце на взрыв. Я тихо влюблю. Попал прямо в сердце, и значит я пропал. Так метко попал прямо в сердце, попал прямо в сердце, и значит я пропал. Для вас звучала песня «Летняя ночь». Да, музыкальный лейбл «Mozart Stars» – действующий проект, который в данный момент
забирает много времени и внимания. Но это один из проектов, который относится к нашей основной фирме «Моза Продакшн». А так как я практически все делаю сам, и поддержка моих деток и моей любимой жены Юленьки мне дают силы, за что я их благодарю и очень-очень сильно люблю. Спасибо, мои дорогие, я вас очень сильно люблю. Но все же, другие проекты мы стараемся не упускать из виду. Конечно, хочется выпускать больше материала, но, к сожалению, не хватает времени, потому что есть еще и бухгалтерия и всякие разные побочные эффекты. Но мы не об этом. Так, на чем мы остановились? Точно. Проект «Милигра», первая песня «Не смотри обратно», набрала на Ютубе всего лишь, ну, скажем, 59 тысяч просмотров с даты премьеры 30 июля 2021 года. Но и на Spotify уже более 65 тысяч прослушивания. Я извиняюсь, что следующая песня проекта «Милигра» затянулась не больше, чем планировалось. Но я утверждаю вас, друзья, что песня «Драма» в разработке и скоро выйдет в эфир. Пусть это будет сюрпризом когда. Потому что, как я уже ранее сказал, то что мы расстались с солисткой проекта «Милигры», также с солистом песни, которую мы исполняли «Летняя ночь». Песня записана. Сейчас решается, какой к ней будет сделан видеоклип, и, соответственно, этому мы вас будем держать в курсе. Более точная информация будет выставляться в отделе спонсорства. Там он будет выставляться, завися от градуса вашего спонсорства, и самый актуальный, самый большой спонсор, он будет получать информацию полностью до всей информации. То есть, как снимались видеоклипы, как они делались, как работалось и так далее, это прочее. Это все вы можете увидеть в отделе спонсорства. А также уже в разработке много других проектов, к которым относятся и социальные проекты. Все это и много других сюрпризов вы сможете увидеть на нашем YouTube-канале «Моза Продакшн». Но мы подошли и к концу нашей первой прямой трансляции, которая практически не состоялась. Да, это было все сделано, написано для прямой трансляции, потому что техника нас подвела, как всегда. Но ничего, этого мы исправим и будем идти на улучшение. Но по сути, что я хочу вам сказать, друзья, мы работаем, мы стараемся, мы пытаемся улучшаться. Так как времени у нас мало, потому что мне сегодня еще во вторую смену. И поэтому мы будем улучшаться, мы будем стараться. Наш проект сам, он широкий, он многого требует. И так же, как и социальные проекты, которые будут осуществляться, они уже почти в договорке. Мы ведем переговоры, я скажу так, ведем переговоры. Первая встреча будет, я думаю, где-то в ноябре месяце с первым социальным проектом, который будет очень интересный. Он будет длиться, запланирован он на год. Будет ли он длиться больше или меньше, это мы не знаем. Но для начала мы поставили год ему времени, чтобы осуществить этот проект. Он будет тоже связан с музыкой. В этом проекте будет тоже написана песня самими участниками этого проекта. Такие планы у нас. Песня будет сделана на немецком языке. Это опять что-то новое. Так же, как у нас будут поступать новые артисты, новые, все эти договоры, всему свое время. Мы стараемся, мы спешим. Ну и как-то вот маленькая информация о том, о наших действиях и о нашем будущем. То есть мы готовы, мы рады для вас творить, делать. И пишите комментарии, ставьте лайки. Мы будем прочитывать, мы будем стараться углубляться в ваши комментарии и выполнять ваши желания. Так что, друзья, все зависит много от вас. Ну а теперь я хочу поставить нашу пока последнюю песню от проекта «Милигра».
«Не смотри обратно». И эта песня тоже имеет свой смысл. Чтобы не смотреть обратно, идти вперед, надо шагать, продвигаться, развиваться. И чего я всем желаю, развиваться в той сфере, которая им нравится, которая им приносит удовольствие, и слушать нашу музыку. Итак, песня Мелигра «Не смотри обратно». Мамулечка, а тебя еще раз с днем рождения. Поздравляю, я тебя люблю. Историю в лицах напишут, не спрячешь. Часы по крупицам назад не вернешь. Лететь не разбиться, стоять и не падать. Все понимаю, тебя разгадала. Эти туманы, все эти скандалы больше не держат, я это наша правда. Догорай свечи в облаках, надежда. Сердце не обманет все, что было прежде. Будущее не станет. Соленые слезы не остановить. Слышим прогнозы, но что они значат? Я стала сильнее. От радости и сожаления не плачу. Я оставляю небо и скалы. Эти ошибки, все эти провалы. Больше не верю, тебя разлюбила. Рисую рассвет и стираю, что было. Не смотри обратно, рано так не легче. Это наша правда. Догорают свечи в облаках, надежда. Сердце не обманет все, что было прежде. Будущее не правда. Догорают свечи в облаках, надежда. Сердце не обманет все, что было прежде. Будущим не станет. Не смотри обратно, рано так не легче. Это наша правда. Догорают свечи в облаках, надежда. Сердце не обманет все, что было прежде. Будущее не станет. Смотри обратно, рано так не легче. Это наша правда. Догорают свечи в облаках, надежда. Сердце не обманет все, что было прежде. Итак, друзья, для вас прозвучала песня «Не смотри обратно» от солистки Мелигра. И на этом мы будем заканчивать нашу маленькую трансляцию. Спасибо, спасибо большое. И надеюсь, ну, вернее, не прямая трансляция, а видеозапись нашей трансляции. И надеюсь, что скоро мы сможем все-таки подключить прямую трансляцию. Мы ее проведем, это я вам обещаю, рано или поздно. Сначала нам нужно разобраться с техникой. И поэтому всем желаю хорошего дня, такого прекрасного, замечательного солнечного дня, как сегодня. Хорошенько отдохнуть, кому поработать, кому отдохнуть. Мамуль, тебе хорошо погулять, что день рождения. Я тебя люблю. Всего всем доброго. До свидания, друзья. До скорого.